Да, это кое-что, что не даёт мне покоя. Возможно, это просто впечатление. Но, кажется, императрица сама потеряла всякое желание к выздоровлению. Словно у неё пропал интерес к жизни. А что вы посоветуете, доктор? Ей нужно уехать из Вены. Морской климат и смена обстановки могут совершить чудо. Я знаю, как тяжело будет вашему величеству расстаться со своей женой, но для ее здоровья это будет единственным правильным решением.